Студентка из Мариэл блеснула красотой и талантами, победив на международном конкурсе «Мисс студенчества Финоугрии», который прошел в Ханты-Мансийске. Красавицы из 9 регионов не смогли составить конкуренции представительнице Марийского края Маргарите Кутасовой. С ней встретилась наша съемочная группа. Было очень волнительно, потому что лежит огромная ответственность на мне. Я должна была достойно представить свою культуру марийскую, заинтересовать всех остальных этой культурой, показать, что мы очень самобытные, что мы красивые, что мы, в общем, достойно все это сделать. И эта ответственность чувствовалась. Из-за этого я очень нервничала. Вот. Но когда уже сказали мое имя, назвали, что я победитель, конечно, слезы счастья, что я сделала, я смогла это сделать. Истинная мисс студенчества Финно-Угрии должна быть душой народа, говорит победитель конкурса Маргарита Кутасова. Хрупкая брюнетка – студентка Института национальной культуры и межкультурной коммуникации Маргосуниверситета. Она в этом году принесла победу из международного конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии 2019», который проходил в Ханты-Мансийске. Мы уже не в первый раз принимаем участие в таком важном для нашей республики конкурсе, как «Мисс студенчества Финно-Угрии». Чем отличается данный конкурс от остальных? Ну, во-первых, девушки не только должны быть красивыми и умными, но и девушки, которые принимают участие в таком конкурсе, должны обязательно говорить на своем родном языке и знать традиции, культуру своего народа. В международном конкурсе молодости, красоты, творчества и национального колорита за титул «Мисс студенчества» боролись красавицы из 8 регионов. Лучше оказалась наша марийская красавица Маргарита Кутасова. Девушка плотно изучает марийскую культуру, уверена, танцы – эстетическое лицо народа. Я по профессии хореограф, и я раскрывала свой творческий номер с хореографической точки зрения. Я показала, что наши девушки Марии не только достойно, как раньше, допустим, воспитывали детей, да, вели хозяйство, но и раньше женщины Мари могли взять лук, стрелы и защитить свою родную землю. И в своем творческом номере я это показала, что мы, как и раньше, так и сейчас, девушки, не только достойно, так сказать, ведем хозяйство, но и также достойно защищаем честь своей республики. Это уже третья победа марийских студенток в международном конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии». Несмотря на то, что победу одержала студентка классического вуза Мариэл, в следующем году он пройдет в Удмуртской республике. Поскольку с прошлого года организаторами было решено выбирать место проведения такого события по результатам жеребьевки. Напомню, в Вишкар-Оле аналогичный конкурс проходил в прошлом году.